Уголок садовода рад приветствовать своих любителей, почитателей и заходителей. Сегодня у нас тут... Чего мы делаем? Я хотела показать, это у нас вот пристеночная теплица, которую мы сделаем. Мы ее используем зимой, будем использовать зимой, как выгул для кур. Но так как сейчас у них уже во дворе так грязноватенько, мы теперь ее используем в ноябре. Да, собирать чистые яйца. Что там? Мы очень хотим. Значит, что у нас здесь? У нас здесь, кстати, помидор созрел один. Ага, вот они уже каки наложили, да, тут? Да, вот они уже погуляли. О, склевали что-то. Уже использовали. Капусту использовали, я вижу. Это огурец. Это огурец использованный. Так, это капуста. Так, сейчас, подожди, закрою. Вот, у них тут кормушка даже стоит. Я сюда хотела сложить, вон, видите, кабачки, да, чтобы как бы зимой им отдавать. Это те кабачки. Ну, у вас жрели, такие красивые кабачки, да? Да. Люди в магазинах такое покупают, ну ладно. Ну, можно, конечно, и себе вот взять. Вот этот, он не скоро еще промерзнет, он вообще лежит на сене. Но вот, зайдя сегодня в теплицу, я увидела вот такое зрелище. Ух ты! Подожди, он там целый даже был. Клювы, вот, видите? Но я не нашла вторую часть, как бы. Естественно, я сюда складывала вчера целые кабачки. Просто они оттеребонькали целый кабачок. Просто они вот съели. Не его не разрезали пополам? По ходу дела куры позавтракали. Нет, это лежал кабачок такой же, как и все остальные. Так вот такой, стоя, вот так. Да, нет, я не знаю, как они это сделали. Как просто начали. Так, Люсь, давай попробуем. Мыши, куры, кто это? Ну, не мыши, какие же мыши? Ну, похоже на клюв куриный, потому что мыши внутри так как бы не похожи. Может, на нем слизень сидела, они клюнули, ну, скорее всего, да, они поняли, что можно и его клевать, да. И не поздоровалась ни слизень, ни кабачку. Ну, отлично. Так что... Кабачкохранение. Если у кабачков тонкая кожура, вот, еще пока, то вот что происходит, да, мягенькая. Но вот с этими так не получится, оранжевые они прям. Ну, мы, собственно, зиму им то будем давать. Обычно что мы делаем, когда куры сами не начинают импровизировать? Мы режем хотя бы на 2 или на 4 части, да, муж режет. Как арбуз отдаем. Или вот так он там резал, по-всякому. Ну, короче, кусками. И просто как арбуз отдаем, они выедают вплоть до корочек, вот как с этим огурцом и с этим кабачком произошло. Поэтому вот зимой у нас для них вот такой выгул. Может, это... Здесь еще будет паильничек стоять. Цукатики чтобы... поделаем, нет? Времени нет? Цукатики. Там еще дома 6 тыкв. И одна на улице, кстати, которую нужно забрать. И вот еще, кстати, вот черри Ильди. Видите, я ее почему-то не успела убрать. Ну, курочки соберут, не волнуйся. Да, они уже съели, кстати, внизу. Тут где-то оставались помидоры какие-то. Они все съели. Ага. И сваливались тоже красные помидоры. Теперь вопрос. Вы кормите кур вообще? Ну вот, видите же? Ну да, что-то есть тут. Как бы там у них еще есть во дворе. Просто мы со двора перенесем сюда, чтобы зимой здесь были кормушки. Больше будет кормушек и еще поилки. Главное, чтобы не раскопали. Вот остатки помидоров, видите, какие пыльные стали. Да, куры копают, Да, курочки копают. Вот здесь нужно, муж сегодня сказал, я положу здесь доски, чтобы они тут не прокопали, потому что там за стеной стоит соседский сарай. То есть, естественно... Сарай залез. Вот, видите, он подложил... Да нет, это там под фундамент такой как бы сделан. То есть это фундамент? Упирается на него деревяшки. Короче, да, здесь нужно подложить, чтобы они тут не копались. Да. Вот, поэтому все остальное... Всегда не забывайте, что куры очень хорошо копают. Да, прям, мне кажется, иногда можно сам... Поэтому я не знаю, здесь придется потом на следующий год закладывать органики столько, что вообще... Ну, я думаю, что органику мы по-любому заложим. Можно будет даже у них земельки чутка прихватить. Ну да. Вот, поэтому вот такое чудо я хотела... Вот такой выход, да, чтобы яйценоска не падала, мы им решили такую прогулку сделать. Чтобы они не Потому что там у них будет... Ну, вот у нас, собственно, проход. Там у них открытая, как говорится, территория, и туда падает снег. И они, соответственно, расстраиваются и не выходят на улицу. Здесь у них вот вход в дом, проход, дырочка. А вот, кстати, туда. У них перекус стоит. Вообще, здесь мы использовали, чтобы далеко не ходить. Да. Вот, дети могли кормить комбикормом. Но оно так и осталось, куры, не, вот они кушают. Да, периодически, да? Да, они запрыгивают. Ну, они живут у нас автономно, видите, получается, потому что нам редко очень приходят. Ой, лампочка перегорела. Куры, да, опять. У нас живут самостоятельно. Это вот старый вид обогревательный, мы его сейчас не используем. Используем этот инфракрасный, который для теплого пола, но мы его повесили на потолок, так нам посоветовали, и очень классно прогревает и куры, и сам пол. Вот это, то есть нагреваются сами элементы. Ну, об этом подробнее снимем, да? Ролик об отоплении. Да, вообще классно топит. Температуру выставил, там датчик. Кстати, коты приходят сюда погреться. Да. Мы уже видели и снимали. И есть видео. Вот, посмотрите. Да. Коты дружат. С курочками живут. У нас все вообще друг с другом дружат. Да, даже собаки с курочками. Можно перекус собрать. О, маленькие какие. Да. Как и волчьи ягоды прям. Это кто?
А, это у нас, кстати, О, тупиковый вопрос поставил. Да, уже все таблички убрал. Не, я точно помню, что вот здесь у нас золотая теща. Вот я не помню, просто это от нее растет. Так от нее, походу, вот маленький, видишь? А, точно. Смотри. Да, да, это золотая теща. А что-то совсем... Он должен быть оранжевый. Теща сдулась. Да, но возможно, что это... Ну, не смогла уже, наверное, ноябрь все-таки. Да, да, ну, как бы... Какой сегодня? Восьмое, седьмое? Теща, я бы сказала, до самого последнего момента красная. Слушайте, сегодня 8 ноября. Он жалуется, что теща сдулась. 8 ноября не прожил ни один помидор. Буду тещу защищать. Нормально. Ну, кроме черельди, да, он тоже устоял. Хорошо. В остальных теплицах, не в пристеночных, уже помидоры все. А здесь вот они, еще зеленые, даже ботва уже. Отлично. Все, ладно тогда. Черный сорта, кстати, хамелеон. Кстати, вот кто-то съел. Ну вот курица допрыгнула, видимо. Мне кажется, нет, тут были слизни, а куры не смогли допрыгнуть. Ну, ничего. Ну, в общем, кушают они у нас все, что мы даем. А вышли они сейчас на прогулку в сад. То есть мы их там открыли. А то все подумайте, а где. О! Здрасте, Бардасти. О, привет. Привет. Она нас услышала. Нравится тебе тут жить-то? Ну расскажи, как дела у тебя в целом? Нормально все? Что это вы тут делаете? Что-то ты молчаливая сегодня. Это у нас ручная, да? Коричневая. Привет. Как дела? Не, не очень. Расстроился. Они у нас пережили все, что можно было пережить. И собак наших пережили, да, цепляющихся с цепи. Одну, да. Вторая еще тьфу-тьфу держится. Да, держит себя в лапах, в цепях, в зубах. Не выступает особо. Вот. В общем, вот так вот они тут гуляют у нас. И кабачки, и куры, и пшеница, и помидоры. Кот, и кот. Просит, кот, да. Несоноский. Привет. Который очень любит кур. Дружище. А, он, наверное, тут мышек ждет. Ну да, да, он видите, такой. Тоже он такой. Пускай, давай. Ну, как бы у нас, да, коты охраняют от пшеницу. От ну, я даже не вздрагиваю. Мышей и крыс, куры. У нас даже куры, наверное, агрессивнее нападают на котов иногда. Хлоп так с угла где-нибудь и ударит клювом. Ладно. В общем, вот такая полезная, кстати, мне кажется, очень полезная пристеночная теплица. Еще я хочу сказать, что очень здорово, что мы купили сюда поликарбонат толстый. Да, наверх. Да, потому что это единственный поликарбонат, который выдержал град 2020 года. Да, только сделали теплицу, и град как шибанул. У нас все теплицы дырявые, у которых был 4-миллиметровый поликарбонат, а этот устоял. Поэтому стройте и выращивайте с любовью. Для вашего здоровья.